Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Chevrolet Captiva 2011 года выпуска. Объем двигателя 2,2 литра Z22D1. Пробег 140 399. Крышка и массозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Килограмма. Второй цилиндр. 24 килограмма. Третий цилиндр. 23 килограмма. Четвертый цилиндр. 22 килограмма. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.